Ребята, всем привет! Сегодня у нас две посылки из Китая. Это у нас подарки от партнерки EPN. Кто не знает, что такое EPN, это партнерская программа, подчеркну, лучшая партнерская программа, которая поможет вам сэкономить и заработать кучу денег на большом количестве торговых интернет-площадках, таких как AliExpress, GearBest и тому подобное. Выиграл я эти призы на Новый год. Проходили у них там розыгрыши в прямом эфире. Разыгрывали подарки там несколько дней подряд. Ну вот, мне и повезло. Выиграл два приза. Да, долго они что-то отправляли. Потом долго они у меня лежали. Ну и вот, пришло время их открыть. Я сам толком не знаю, что здесь. Вроде должен быть какой-то штатив и какая-то игрушка. Ну а сейчас мы это все исправим и узнаем, что там нам подарила партнерка EPN. Кстати, кому интересно, ссылочка на партнерку будет, как всегда, в описании под видео. Давайте вскрывать. Ага, понятно. Здесь у нас вот такие магнитные шарики. Сейчас покажу поближе. Интересная вот такая развивающаяся игрушка. Но хочу заметить, не для маленьких детей. Вот такие мелкие намагниченные шарики. Из которых можно лепить все, что угодно. Но я думаю, с этим понятно. Давайте вскрывать вторую посылочку. Ну да, как и говорили, какой-то штатив. Самое интересное, что я давно хотел его себе прикупить. Вот именно такой. Ну а тут достался бесплатно. Неплохо. Он у нас работает вот по такому принципу. Вот эта стойка у нас гнется во все стороны. Вот сюда нам нужно прицепить вот этот зажим. Вот таким образом. Вот этот зажим мы цепляем куда-нибудь к столу, ну или куда вам там поудобней. Ну а вот сюда ставим телефон. Вот таким вот образом. Этот телефон 5 дюймов, но я думаю, сюда влезет и намного побольше. И настраиваем как нам удобно. И смотрим какой-нибудь интересный фильмец. Хорошая штука. Сделано все из пластмасса, но качественно. Если найду эти товары на AliExpress, обязательно оставлю ссылки в описании под видео. Спасибо EPN за подарки. Ну а вам, ребят, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.